Люблинский суд продолжает исследование доказательств защиты по делу группы «Новое величие». Молодых людей обвиняют по уголовной статье «Организация и участие в экстремистском сообществе». Первые аресты были проведены в марте прошлого года. 18 декабря суд приступил к повторному рассмотрению дела обвиняемого Павла Ребровского с привлечением свидетелей. 8 июля Ребровский дал сенсационные показания, сказав, что на него оказывали давление следователи, угрожая применением террористической статьи, что грозило ему еще большим сроком. Если вы делаете досудебку, давайте вы делаете досудебку. Ну и во-вторых, тоже, да, мне говорят своих товарищей, как бы, ну, некрасиво. Было бы, как говорится, за что, если они были реально какими-нибудь преступниками, такими матерыми, но они не являются как таковыми. И просто, как бы, у меня не повернулся даже язык и мысли сказать, оговорить их как-то. Ранее Павел Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, после чего Люблинский суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима за организацию экстремистского сообщества. С ходатайством о пересмотре приговора обратилась прокуратура Москвы, сославшаяся на нарушение Ребровским соглашения со следствием. Осужденный заявил, что оговорил себя и других фигурантов дела под давлением следователей. Теперь дело рассматривается заново в первой инстанции. Это было первое заседание, на самом деле, по существу. То есть оно было как бы уже третье, но на первом заседании прокурор просто зачитал обвинительное заключение. На втором была эвакуация суда, и в итоге не было ни одного свидетеля. Поэтому фактически мы только сегодня вошли в настоящий процесс. В качестве свидетелей выступила мать Павла Ребровского Римма и Юлия Куницына, которая сдавала помещение группе «Нового величия» для проведения собраний. Арендовал и оплачивал офис некий Руслан Д. или человек, скрывающийся под именем Раду Владимирович З. Защита считает его провокатором. Следователи старательно отгораживают его, переводя стрелки на других участников сообщества. Для этого это важный свидетель, поскольку из ее показаний ясно, что, во-первых, кто фактически организовал появление этого офиса, что это Руслан, это единственный человек из всей группы, который контактировал с арендодателем, там, субарендодателем этого помещения, единственный человек, который, собственно, занимался съемом помещения. Показания Юлии Куницыной, которая рассказывала о людях из ФСБ и Центра Э, подвергал сомнению гособвинитель. Я отвечаю. Нет, свидетель. Вы не спросили, как вам Подождите, стало понятно. Подождите, давайте я повторю свой вопрос. Вы спросили, я спросил, как вам что стало было понятно. Написано в удостоверении что сотрудника. Вы спросили, как вам Хорошо. Стало понятно, чтобы нам тоже стало понятно. Все, чужого, я отвечаю мы, на чужого мы определились. Мне стало понятно, исходя из двух пунктов. Первый. Чижов представил мне этот человек как сотрудник ФСБ. Второй. В удостоверении было написано, что он сотрудник Федеральной службы безопасности. Конкретно. Какими конкретно словами это было написано, я не помню. Юлия Куницына заявила на суде, что готова по просьбе адвоката Марии Эйсман предоставить ее переписку в чате с Русланом Д. и счета на карте Сбербанка. В свою очередь, Павел Ребровский не отрицает, что он участвовал в собраниях группы «Новое величие», но отнюдь не является организатором или лидером этого сообщества. Что касается его политических убеждений, Ребровский не отрицает, что он ходил на акции протеста, в том числе на шествие памяти Бориса Немцова, и помогал в оппозиционной деятельности Алексею Навальному. Я расклеивал листовки в основном Навального. Мне, конечно, меняет то, что я расклеил листовки «Нового величия», но там, извините меня, их было 50 штук. А листовок Навального я расклеил 1000. Павла Ребровского обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Суд в ближайшие недели допросит порядка 15 свидетелей. В сентябре правозащитное общество «Мемориал» признало всех обвиняемых по делу «Нового величия» политзаключенными. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.